Oh!
желает передать приказ. Он посылает к нам Рауля, оруженосца, друга моего. Узнай, старик, Рауль вчера скончался. Скончался? О, бедный друг мой, не привелось мне с ним в последний час проститься. Пошли, Господь, душе его покой. Но кто же ты? Я заменил Рауля. Вот перстень короля, и вот его письмо. Я перстень узнаю, он королевский, письмо с его печатью. Вход открыт вам. А что за рай? Но прежде чем спросить, где я, вам весть я передам, что через час король сюда прибудет, а с ним великий мавританский врач. Поторопись же мне поведать, где я, откуда этот рай среди пустыни, кто здесь живет? Дочка Наверни, слепая Иоланта, невеста герцога Бургундии Роберта. Точно я слепа, она не знает света. Но всем известно, что в Испании она в монастыре живет у Монны Санта-Клары. Нет, не в Испании, а здесь своей старой кормилицей, женой моей, почти со дня рождения. Зачем же это? Король желает скрыть от герцога Роберта до исцеления несчастья Иоланты. Жена, оруженосец Альмерик. С письмом от короля он прибыл и возвестил, что государь здесь будет, а вместе с ним великий мавританский врач. Он тайный посвящен. Ваш муж мне все открыл. Ты не знаешь, где ты, но красоте всего.
наука. Возможно исцеление, но только
Говори, какой ценой все отдам, над чем имею власть, отдай только ею врач, увидеть свет. Она должна узнать свое несчастье. После на тем... Даешь ли ты обет, если не возвратит? Все в Божьей власти, на руки не всесильно, обещать я не могу. И я врачной долей убожества ей должен рассказать. Твоя, о дочь моя, о дочь моя.
не может быть. Вот сюда целую жизнь купит. Кто пожелает тайну ей открыть? Как решено? И врач отцов